Приветствую вас, любители ограблений банков. Как вы видите, вы смотрите, можно ли назвать это прохождением или нет. Ну, в общем, игру Payday 2. Я не знаю, тут есть какая-то сюжетная линия или миссии, как в Left 4 Dead, которые идут поочередно. Ну, в общем, прохождение в том смысле, то, что мы постараемся вчетвером. Я, Рейджер, Виспа и Енот пройти все миссии, доступные здесь. И когда я включал эту игру, в главное меню зашел, чтобы настроить настройки, я понял то, что на самом деле игра практически не изменилась. То есть это тот же Payday the Heist, только, блин, чуть, наверное, с большим количеством оружия и карт, потому что в Payday the Heist, ну, совсем ничего не было. Там уже какая-то была основа, я думаю, здесь просто ее расширили. Не, ну если, конечно, они сделают все то же самое, но намного интереснее. И с более интересным экшеном, а не с расстрелом 3000 копов, то будет, конечно, круто. Я думаю, надеюсь и считаю. Payday 2, ребята, наконец-то ролик закончился. Да. Да, и, скорее всего, прямо сейчас перенесетесь. Ну, хотя, нет, давайте посмотрим с вами главное меню. What the fuck? Что значит... What the fuck, игра? Да пошла ты в жопу с своим сейф-хаусом. Я ставил недавно настройки. Потрясающе просто. И она мне все сбила. Теперь мне настройки заново перенастраивать. Ну просто потрясающе. Просто отлично. Так что сейчас я настройки настрою и к вам вернусь. И знаете что? Вот в Payday the Heist у меня была проблема. Вот там, где сейчас я провожу вот мышкой сейчас на экране, у меня обрезался экран, когда я ставил нужное мне разрешение. То же самое сохранилось и здесь. Мне приходится сейчас играть в окне, чтобы видеть вот эту вот часть экрана. Вот примерно до сюда у меня все обрезалось. Так что, ну, в общем, я предзаказывал игру, поэтому у меня есть доступ к маскам, к различному дерьму. Но посмотрите, что... Подождите, не здесь. Что за бред? Почему, чтобы повесить дополнительную обойму, мне нужно заплатить 12600? За гребаный магазин столько в реальности стоит винтовка? Окей, здесь можно крафтить, можно превью увидеть. Охренеть, мне это так важно. Можно... А что-то изменилось? А, ну, подождите. Так, если стандартный магазин, то... What the fuck? А что меняется-то? А, вот то, что... Вот то, что было в loot bag, или как оно там называлось. Плюс видимость, минус мобильность и минус отдача, видимо. Ну, окей. Первое, что я хочу сделать, это маску. Допустим. То, что было в луте. В том мешке с предзаказом. Как ее кастомизировать? Вот можно. Материал хочу выбрать. Это все, что есть. Просто потрясающе. Вау! Какой охерительный выбор. Ну, допустим. Я, правда, ненавижу оверкил, поэтому ну его в жопу. Черную или красную? Ну, просто потрясающе. Уникальная маска, ребята, уникальная. А где красная? Я не понял, а... То есть вот это красная у нас, что ли? А в чем смысл тогда? What the fuck? Я не всосал. А что тогда я взял? За что... Я не понимаю, я предзаказал игру, и мне дали вот такое говно. Я ненавижу оверкил, потому что они создали игру, подают за 500 рублей, хотя в ней изменений абсолютно нет. Да, я уверен, мне не нужно это дерьмо. Хорошо, персонаж я взял, буду играть за Вулфа. Броня... Ну, я даже не знаю, как это можно назвать броней, но окей. Тогда я не знаю, я повешу тогда прицел. За 12600, нихера себе, повесь прицел 12600. Зато мне этот... скажите, я скажу. Этот... этот пакет предзаказа дал возможность получить ачивку быстро. И я знаю, почему 12600 стоит он. Потому что, чтобы сразу ты не мог два повесить модификатора, у тебя просто денег не хватит на 100 баксов. Ладно, сейчас посмотрим... скиллы. Да, скиллы. Сейчас мы посмотрим, договоримся со всеми, кто будет играть, и соберемся, и вы вернетесь к нам.
А пока они собирают свои жопы, я зайду в сейфхаус, в который мне игра говорила зайти с самого начала. Там, видать, можно что-то сделать, чтобы получить репутацию, опыт, всяческое другое дерьмо. Может быть, похари можно получить или парочку, я не знаю, модных очков. Так, чтобы они закрывали все твое хайло, чтобы ты не смотрел на мир своими отекшими, страшными зубами, хотел сказать, глазами. Может, он заткнется? План Бэйна. Безопасный дом или убежище? Да убежище — это твой дом вне дома, твоя крепость, твое место, бла-бла-бла. Место, где ты можешь хранить свои деньги и формировать их, что, ну, неважно. Убежище — это дает тебе возможность, дает тебе место отточить свои скиллы в условиях обстановки, которые меньше на тебя давят. Ты можешь протестировать разное оружие, механику, как взлом сейфов и разоружение камер. А также бла-бла-бла, большие стопки денег хранить в хранилище. И даже что-то покупать, чтобы сделать свое место похожим на Белый дом. Окей, день один. Ну, давайте. Это, видимо, одиночная компания, так что не суть. Не одиночка, понял. О, фак. Так, не всосал. Где мои субтитры? Игра! Сколько можно? Субтитры включены? Какого хрена? Да, фуллскрин выключен. По-другому играть не могу. О, боже. Надо графон повысить. Потом повышу. Что-то уж совсем уж убого выглядит. Я поставил на средний. Что мне делать? Тю-па-дю! А, меня привезли в убежище. О боже, серьезно? Подождать, пока Бэйн позвонит тебе. Мишка! Почелепузик! Выключись. А голых баб нет? Добро пожаловать назад, как видишь. Тебе надо отвечать на телефон. Я за тобой прислежу, как послежу за тобой как следует. Ты работал долго, тебе нужен был отдых, но ты снова, но мы снова нуждаемся в тебе. Здесь комната за кухней, и я кое-что подготовил для тебя. Окей, это, видимо, часть компании, правда, тут нет компании, но... Наденьте маску. О боже мой, серьезно, так долго маску надевать? Да, это маску. О, господи, как он говорит ужасно. На заднем дворе ждет тебя еще один пакет. Мой человек поможет тебе, он ожидает. What the fuck? А если бы он меня убил? О господи, как меня плющит, серьезно? Там были деньги, мне сказали, мол, иди туда и посчитай деньги, чтобы узнать, все ли они на месте. Я посмотрю на нее, да. Это поможет тебе стартовать все деньги, дела. Че, все это, все, что могу взять? Господи, он так берет деньги, забавно. Это твое убежище, там, где ты тратишь время, пока не работаешь. Я работаю над ним, и ты можешь скоро его украсить сам. Видишь, как эту статую, леди справедливость? Дай ей немножко денег. Чё? Сколько ачивок. Спускайся назад, покажу тебе секрет. Джентльмен, добро пожаловать в твое убежище. Господи, я не могу двигаться! Слева твоя станция CrimeNet, там, где ты берешь контракты. Можно смотреть камеры. Окей. Что это? What the fuck? Давайте пройдем дальше. О боже. Это, видимо, место, где можно пострелять.
поменять оружие. С. Так, а чё, прицела нету, что ли? Окей. Видимо, когда не надеваешь... What the fuck, как я в него не попал? Почему я не мог сейчас попасть в них? А, мне надо попадать в красные части тела, что ли? Ладно, не суть. Что это, я не знаю. Здесь можно попытать свои... испытать свое оружие. А, видимо, здесь все будет висеть, то, что мне нужно. Так, это пока что не могу заюзать. Окей. А, я здесь могу выйти. Что здесь? Можно открывать, взламывать двери. О, господи, серьезно? Ну ладно, давайте вскроем все. Пацанчики пока собираются там. О боже. Подождите, я могу C4 звезды. А, нет, не могу, мне нужен скилл специально для этого. О боже, это опять эта херня вернулась. По 3000 лет, вскрытие, которое длится 3000 лет, окей. Карта ключ, окей. А, теперь я могу зайти сюда. Лучшая комната в убежище. Это хранилище. Твои мани здесь. Все лежит здесь. Если мы сможем набрать много, то мы сможем заапгрейдить это место. Бла-бла-бла, все можно выходить. Я офшорный аккаунт нарисован, окей. Вау, окей. Экспу дали. Вау, сколько мне денег дали. Это все из-за того, что я зашел сюда. Сколько денег. Вот это бабло. Вот это я понимаю. А, и это все, что мне дали в итоге, чтобы я мог потратить. Просто потрясающе. Экспу я, конечно, не получил. Нет, экспу получил. Потрясающе. И теперь я могу взять кое-что. Ей, и коллаж даже повесить. What the fuck? Отлично, игра вылетела, я даже не понял, что случилось. И я теперь могу взять скилл, а также повесить себе... Да-да-да, бла-бла-бла. В жопу калаш. Броню. А, ее даже покупать не надо. How do you like me now? Да. Сколько ачивок надавали, охренеть. Ну, а буду я бегать с Амкаром. Вау, потрясающе. Вот только с... По-другому они не могли назвать, неважно. Видимо, я так выглядит мой персонаж, о боже. Как же убого я выгляжу. Так, ну я так Виспа. Понял, что я гост. Ты за призрака? Он за аптечку. За этого, за медика. Я патроны. А. Так что выбирайте. Ну все, я взял тогда гост. Я думаю, рейджеру не давать лучше C4 в руки. Просто не надо, не надо, он нам отлично показал этот дайлайт, как он умеет управляться с отручаткой. Да там половина случаев я был не виноват. Да-да-да, когда ты кинул бочку, ее взорвал, просто пуля шальная пролетела, зомби где-то был рядышком. Меня еще раздражает, когда ты наводишься на задание, и тут неожиданно кто-то начинает говорить. И правда вылетело. То есть подождите. В конце всех убьют. То есть подожди, когда у всех начало перезагружаться, у всех игра вылетела, когда они... Когда они выходили из сейфхауса, то есть вот в CrimeNet. И на разных системах, то есть... Рейджер, у тебя Windows 7, да? Да. Ну ладно, у Виспы Windows 8, то есть это не от операционной системы зависит. Какого хера? Они вообще тестировали? Нет. Зачем им нужны были бета-тестеры, которые покупали доступ к этой игре за 300 рублей? Бета-доступ. Если они не смогли пофиксить первое, что сделает игрок. Так они сказали же, что игра уже окупилась. И они эти деньги потратят на другой проект.
Этот, видимо, развивать не буду. На женщин. Енот-то будет, оказывается, соседом. У него вон дрель можно прокачивать. Окей. Ну это хорошо, что у соседей нет C4. А у вас как, прямо на карте появляется значок о том, что я создал? Да. Окей, ну все, заходите. Ей, я крут, я знаю. I'm first. Первый нах. Ты до сих пор такой везёт. Вы все такие везёт. Господи, команда имбецила просто какая-то. Что это? Вы посмотрите. О, привет. Это крутящие динозавры. Надо еще кому-то из вас было написать на голове I love overkill. Чтоб кто-то выделялся. За-за. Ну, загрузки долгие, так что все окей, это точно Payday. Это стопудово он. Как были долгие загрузки, так и остались. О. What the fuck, а почему мы... What? Что? У меня написано, что вы до сих пор подсоединяетесь, кстати. Ну, у них обоих пока лучше. Мне тоже что-то... Фигня какая-то. Уровень малого риска. Тут можно поюзать. А, то можно выбрать, что брать с собой. О, можно посмотреть, что у вас есть в руках. Ты кюжур. Кто Хокстон? Ноктон. Я. А чё ты не повесил глушак на пистолет? Зачем? Окей. I'm ready. Ты же не собираешься в стелсе проходить? Конечно, в стелсе, все в стелсе, ты о чем? Только стелс. Вперде. 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 Ты о чем? Если ты это твои потайные желания. Ну, кнопка Рэди сбрасывается сама собой. Я ее сразу же. Когда переключаешься, по вкладкам сбрасывается. Енот, тыкай Рэди. Точно. Ну, а я хотел снять Рэди. Три мешка, ребята. Может быть. Просто мусора натаскаем, и все. Какая разница, нам все равно деньги не дадут. Не беги! Не беги! Ты лучший бородатый. Подождите, подождите. А зафоткайте меня, енот. А Нигер был в прошлой команде? Да, был. А? Блин, тут голос такой громкий, надо потише. Только маску не надевайте пока что. Когда маску надеваешь, начинается ограбление. Давайте осмотримся. Мы тут когда такие в бронежилетах совсем незаметными сумками. Ты такой старый. Когда подходишь вон. Ай-яй-яй, палят. Запалили! Ну и кто спалил? Ты. Эй, чё, уже началось? А как оружие достать? G нажимай! У меня само досталось G. Насрать! Убивай, гражданка! Убивай всех! Насрать! Вы просто психи! А чё Friendly Fire нет? Вообще-то деньги снимают! Зачем? Блядь. Можно было его взять! А чё парни нам делать надо, кто-нибудь понял? Я нет! Убивай гражданских! Полицейские вы тоже гражданских убивают! Прямо мне на голдах! Какой бред! И это они делали 2 года. Да. О боже, надо сделать потише. Может, вам так лучше меня будет слышно? Да нормально. Ребята, что мы делаем? Кто-нибудь понял, нет? Нам нужно найти блюрики. Убиваем. Вау, у меня все зависло. У меня написано I love Payday. Что-то у меня вообще лагает жестко. У меня все окей. У меня тоже. А почему-то полицейские негры все. Ребят, вот, наверное, как брюлики. Воу, брюлики нашел! Брюлики нашел! Воу! А куда нам нести? Вот, разбивайте витрины! Ладно, давайте я разобью все. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй, какая скотина!
Я ранен, представляете, мне нужно занять укрытие, игра обо мне заботится. Кто мне стреляет? Короче, в топ я точно записывать не буду, у меня лагает просто дикость записи. Ну, у меня все окей, я не знаю, о чем ты. Из записи. Но у меня плохо даже. Не знаю, о чем вы. Надо еще один где-то найти. Вот здесь вот. Это, полагаю, зеленая полосочка это здоровье, да? Вот еще здесь можно брюлики забрать, кто не забрал. Вот здесь вот брюлики есть. Около меня, если кто-то не забрал. Серега, ты не забрал? Я ничего вообще не забрал. Вот здесь вот брюлики. Часы лежат. Около меня. Вот здесь в углу, вот здесь. Просто нельзя, что ли? Можно, можно. Кто-нибудь помнит, как сумку класть на пол? Я не помню. Давайте выбежим через задний двор. Задний двор, ребята! Вот здесь вот. Козлына! Как странную сумку положить? Илюша... А, вот, жи, вот здесь вот. У меня есть патроны, если что. А, ее можно забирать теперь, представляете? А, нет, это, кину, это кинуть... Нет, это кинуть брюлики. Это сумка с... Да-да-да. Го-го-го-го-го, у Серега! У меня патроны кончились. А как ее кинуть? Посмотри в настройках, я тебе дам. Посмотри. Сейчас. Отлично! Грабит банк не знает, как настроить. Настройки. Ну, видимо, здесь и временный щит, и здоровье, которое надо восполнять. Как ты потратил все? Где вообще патроны написаны? А, вот вижу. На G, да, и да, задумите. Но сначала первую кидаешь, потом вторую, видимо. Вот, я наположил что-то где-то. Что получилось? Что-то где-то здесь. Может быть, ты не то посмотрел? А скопов-то нельзя подобрать? А у них это... У некоторых патроны для дробовиков. Они не подбирают. Ты не то что-то посмотрел, подожди, сейчас. Deploy equipment, throwback, G. Все правильно посмотрел. А может просто нажать... А, наверное, зажать G надо. Во-во-во, что-то лежит там. Вот это что лежит? А это твоя сумка? Это моя сумка. Верно, надо зажать G. Ну во-во-во, вот во-во-во, сиди, вот здесь, вот во. Надо было просто на землю навестись. Зеленая на карте, это патроны. Угу. Енотик, енотик, иди сюда, патроны. Енотик, ты жив? Все, тут. Патроны. Может, мне ачивку дадут за это? Ребята, а около моего ника есть этот значок с сумкой? Да. Ну, ты снизу посмотри. Висма еще полуздох. Бегом, валим. Умираю. Медик. Не ты медик. Енот подыхает. Да пойдем, здесь недалеко осталось. Да вот, все сюда, идите. Тут Friendly Fire же нету, да? Нету. Да. Нельзя там стоять. Давайте я впереди туда поеду. И чё? А, надо положить, наверное. А, чёрт, надо, наверное, положить. Да, закинуть сюда. А мы храбрые с вами или всё-таки уедем? Валим. Валим, ребят, я не храбрый. Уходим нахер отсюда! Что это? Да уходим сюда, сюда, нам внутрь залезть. Во. Что это было? Чисто сработано. Вообще чисто. А я не в нем был. Идеальное ограбление. На тебя назад. Что? Я меньше всех упал, ребят.
И я больше всех, смотрите, я получил 0 специальных людей. 0. Я круче всех. Like a boss. Я надеюсь, сейчас не вылетит снова. Можно что-то выбрать. Рандом какой-то. А что это? Чё это? А, можно выиграть что-нибудь. А-а-а! Мне дали ещё один такой же прицел. А, прицел? Я думал, это базука какая-то. Базука. Вау! А мне дали цвет! Ну просто обосраться! Ну, спасибо! Голубенький! Он как бы на что-то намекает. Да пошли вы в жопу, понятно! Просто пошли в жопу! Я вас ненавижу. Этот цвет меняет только надпись, вот эта вот, I love overkill. Там вообще даже надписи нету. Что-то я не понимаю, как она работает. Да, она меняет только надпись. Вау, здесь, кстати, еще видимость есть какая-то, высокая или низкая. То есть в зависимости от того, сколько вы на себя нацепите всякого дерьма, вас, видимо, будут замечать быстрее. Если снять, допустим, бронежилет, то тогда будут вас видеть меньше. Да, там есть этот вообще какой-то саперный костюм такой, ну, бронированный, у него вообще высокая видимость.